райцентре Визинга досрочно стартовала дорожно-ремонтная кампания. Жители уже успели оценить старания мастеров. Первые кучки асфальта появились здесь, едва сошел снег. Теперь ям какое-то время будет, по крайней мере, не видно. Если вам тоже удалось снять что-то подобное, присылайте, покажем. Ремонт дороги. Называется «До первого дождя». Ну или до первого шухера.